Здравствуйте, мы на канале Виноград и сад на даче, с вами Писаренко Владимир Николаевич. Сегодня 3 января, и я поздравляю всех с Новым годом, с годом рыжей собаки. Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия, творческих успехов. И чтобы те дела, которые вы задумали в этом году, вы их выполнили. А это видео посвящено домашнему вину. Перед Новым годом я провел переливание домашнего вина вместе со своим другом Иваном Павловичем. Того, которое было заложено в сентябре прошлого года. Сначала была мысль такая, заснять видеоролик, но потом решил не делать этого, поскольку в сети довольно много таких видеороликов, где показывают, как его переливать. Вот, да, и я в 2 видеороликах показывал этот процесс. Вот. Единственное, что я покажу, то вино, которое получилось вот, на 30 декабря 2017 года. Мы 30 числа делали переливание, снятие с осадка. Оно еще до кондиции не дошло, ему еще необходимо будет на тихом брожении продолжать бродить. Ну, вот такое вино получилось темно-темно-красного цвета, такое насыщенное. Вот, сейчас я проведу дегустацию этого вина. Конечно, многим, судя по комментариям, не нравится такой длительный процесс приготовления домашнего вина. Хочется побыстрее. Ну, можно, конечно, пить и молодое вино, которому неделя или 2, не говоря уже про то, которое простояло, как вот это вино уже сколько, с конца сентября, ну, октябрь, ноябрь, декабрь, 3 месяца. Вот это возраст ему 3 месяца. Вот такое вино получилось. Вот. Темно-темно такого красного цвета. Ну, какой на вкус. Запах винный такой, приятный. Сухого натурального вина. Вот. Вот если возьмешь бутылку магазинного вина, там читаешь, изготовлено из чего? С концентрата сока, это что? Взяли порошок, потом добавили туда воды, вот, добавили спирта этилового и получили вино. На некоторых пишут, что использовались материалы с частичным брожением. Тоже непонятная штука. Ну, а это чисто сок, сброженный, вот, еще в стадии такого медленного брожения находится. Ну, какой на вкус. Приятный вкус, не очень. Такое, чуть-чуть кислинка есть, ну, сухое натуральное вино. Вот, если сравнивать с магазинным вином, то чем-то похоже на каберне. Если меньше вина, то видно, что красный цвет такой темно-темно. Вот на просвет хорошо его смотреть, если на лампочку смотришь, вот, то тогда просвечивается. А так очень насыщенное такое вино получилось. Это было 3-е переливание. Следующее будет где-то месяца через 2, вот. Ну, после этого посмотрим. Может, конечно, надо было бы выдержать его до года. Вот. Тогда с каждым вот этим переливанием вкус, качество вина улучшается. Просто много желающих его выпить раньше. Ну, там как получится. И в этом видеоролике я отвечу на нескольких вопросов, которые мне неоднократно вы задавали и по электронной почте, и в комментариях. Это такие вопросы. Провожу ли я дезинфекцию сусла и консервацию готового вина. То есть использую ли я какие-либо препараты для этой цели. Вот. Ну, тут я могу сказать сразу, что я никакой дезинфекции ни сусла, ни консервации вина не провожу. Не провожу я также и пастеризацию вина, уже готового, для того, чтобы заложить его на хранение, чтобы оно хранилось. Дезинфекцию вина проводят с целью избавиться от нежелательных бактерий, уксусных или молочнокислых, а также дрожжей диких. Это когда вы используете этот процесс сульфатации, так называемый, на этапе еще в начале изготовления вина. Можно даже вот когда вы сок отделяете, вот, засыпать препарат в бутли и туда наливаете сок. В качестве такого вещества используется пиросульфид или метабисульфид калия или натрия. Это пищевые добавки. И вот на многих сортах вин, которые продаются в магазине, можно сзади на этикетке прочитать, что использовались такие консерванты. Е224 – это метабисульфид калия, или Е223. Сделаны они на основе серы. На предприятиях используется сульфатация с помощью диоксида серы. Диоксид серы – это газ, токсичный газ. Получают его сжиганием серы в специальных печах. То, что продукт горения собирается, очищается, сжимается компрессорами, под давлением подается в сусло. Вот. Для бытовых целей вот, выпускается сера в виде таблеток. И вот ее сжигают, получают тоже диоксид серы для обеззараживания тары, например, для использования в домашнем виноделии, погребов, помещений там различных. Вот. Но я такого не делаю. Правда, для дезинфекции погреба использовал эти таблетки серы. Вот. А что касается вина, то без консервантов. Вот. Какие концентрации допускается вносить в вино при его брожении и потом уже в готовые? Значит, есть такие сообщения в интернете на некоторых сайтах, где используют 1 грамм на 20 литров, то есть на бутыль 20-литровую 1 грамм пиросульфита. Вот. А есть нормы предельные. Вот. Ну, предельные нормы такие. Для сухих, крепких и десертных вин это не более 400 мг на литр вина. То есть, если 10-литровый бутыль вы используете, то не более чем 4 грамма на 10 литров. Это намного больше, чем та цифра, которую я сказал, где делятся домашние виноделы своими технологиями. Вот. Ну а рекомендуется 200-250 мг. То есть на 20-литровую бутыль где-то 4-5 грамма. Это если вино сухое, десертное или крепленое вы изготавливаете. Если же полусладкое, то тут норма больше. Вот. Предельно это 600 мг на литр. Или рекомендуемая немного меньше. Где-то 400-500 мг на литр. Не делаю я также и пастеризацию. И вот своих товарищей, которые уже лет по 20, по 30 делают домашнее вино, кого не опрашивал, то никто такого с моих знакомых не делает. Правда, один делал пастеризацию. Каким образом? Значит, в небольшом бутле, ну, на 10 литров где-то, ставит большую кастрюлю на газовую плиту, вот, в кастрюлю наливается вода, вот как в водяной бане. Идет нагрев этого вина в водяной бане. Доводит его до температуры где-то 55 градусов. Крышка должна быть не закрыта, и бутыль должна наполнена где-то на 3/4, ну не более чем на 80%. Почему? Потому что при нагревании вот, вино расширяется за счет спирта, оно как вскипает и выдерживается где-то 15-20 минут. При этом происходит старение вина и, конечно, вкус уже после пастеризации не такой, как до этого процесса. Меня угощал этот мой знакомый таким вином после пастеризации, которое было выдержано где-то год, уже после приготовления, то есть с момента закладки 2 года. Вот. Ну, неплохое вино, но я не могу сказать, хуже оно и лучше. Почему? Потому что до процесса пастеризации я его не пробовал, а сам я такого не делаю. Возможно, что и вот эти добавки серы в виде пиросульфита или метабисульфита, вот, они также изменяют вкус вина. Но в литературе некоторые пишут, что если вы вино храните недолго, ну, например, на протяжении 4-5 месяцев до года, да, то вроде бы можно и не делать этого. А если год, 2 или 3, то тут для того, чтобы не получился уксус, желательно провести сульфатацию готового вина. Ну, вот это что касается сульфатации и пастеризации. Хранение вина. Как вы храните вино? Ну, вот последние годы то вино, которое изготавливается, оно даже не доживает полгода с момента закладки. Нет, полгода она доживает, не доживает даже года с момента закладки. Как правило, после 8 марта, перед 8 марта, на 8 марта мы его переливаем, и дальше оно почему-то очень быстро исчезает. Вот. Оно практически уже готовое. Конечно, если бы оно еще несколько месяцев постояло, то было бы лучше. Вот. Но если вы хотите хранить несколько месяцев, вот 2-3 бутыль сняли затвор, все, бутыль разливаю по 3-литровым банкам, закрываю капроновыми крышками и ставлю в прохладное место. Но для этого я использую погреб. Вот. Одну такую бутыль 3-литровую разливаю по бутылкам, ну, красивым бутылкам. Можно вот в такие бутылки, вот, можно другие, графинчики, которые вам нравятся. Вот. Держу его в холодильнике, естественно, вот, и используется по мере необходимости. В былые времена вот, я хранил вино и более длительные сроки. Вот. Значит, длительный срок хранения вина рекомендуется делать в бутылках. Ну, можно, я использовал вот такие бутылки из-под шампанское. Вот, и вот это был в гараже, в погребе. И нашел вот эту бутылку вина, вот, которая была изготовлена в 1998 году. Вот, представляете, сколько оно простояло? Вот. Хранить надо в горизонтальном положении, но я храню вертикально. Вот на дно погреба их все поставил. Вот. Погреб рекомендуется, как вино хранить, это в горизонтальном положении, вот в таких бутылках. Пробки желательно, чтобы были корковые, вот такие, это промышленная бутылка, промышленное вино было. Вот такие пробки, ну, можно с дерева выточить, вот, с дуба, например, или там, если дуба нету, то с какого-то плодового дерева, яблони, груши. Вот, хранить надо вот в таком горизонтальном положении, при постоянной температуре. Для сухих вин и полусладких эта температура 10-12 градусов рекомендуется. для крепленных десертных может быть до 14 повышено. Вот. Но я с этими рекомендациями согласен, но как вот в домашних условиях это выполнить? Погреб есть погреб. Вот у меня в погребе зимой, когда на улице минус 20 до 30 доходит, там плюс 2. Плюс 2-3 градуса. А летом, когда на улице жара, месяц 35 градусов стоит жары, то плюс 18. То есть перепад есть. Конечно, для хранения вина в домашних условиях, и вот сколько я не спрашивал своих знакомых, да, в погреб положили, а какая температура, какую Бог даст, такая будет и температура. Но вот это вино простояло вот в таких условиях. И сейчас я его продегустирую, покажу, что с этого получилось. Вот. Пастеризация не делалась. Сульфатация не делалась. Бутылка перед тем, как налить это вино, вот, хорошо тщательно мылась с помощью соды. Вот содой хорошо вымывалась бутылка, пробка использовалась, стояла под шампанского капроновая. Даже не знаю, с какого сорта винограда тут вино. Темная бутылка, ну, на цвет что-то светлое. Но светлое вино я делал только с Русского Конкорда. Это, наверное, последняя партия была этого вина. О, открылось. Запах вина. Ну, на дне так осадка на просвет не видно было, но, наверное, что-то там было. Поэтому я когда нес его с гаража и тут, туда-сюда, вот видите, какое получилось вино. Чуть-чуть, наверное, осадок там есть. Его, конечно, надо аккуратненько слить с осадка, а потом использовать. Ну, а так вино прозрачное. Запах приятный, хороший. Может, я зря и отказался делать вино с этого сорта винограда. Русский Конкорд, он вызревает очень хорошо. Сахара очень много набирает. Кислоты почти нет. Вся кислота в ягодах. Вот. А кислый вкус дает яблочная кислота. Вот. Она в процессе вот этой долгой выдержки исчезла. Очень приятное вино. Угощу сегодня своих женщин. Им будет очень приятно выпить такое вино. Но я думаю, что я ответил на те вопросы, которые вы мне задавали. Вот. Ну, а вам самим решать, проводить сульфитацию, не проводить, проводить пастеризацию, не проводить. Да, еще что могу сказать, что хранить... Вот рекомендуют в бутылках темного цвета, если длительное хранение. Но для себя я правило такое определил, что и рекомендуется хранить надо в темноте. Если в погребе, то в темноте она находится, главное, чтобы не было света. А какого цвета будет бутылка у вас, светлого, из-под шампанского или темного, это уже... роли не играет. Ну и, конечно, желательно хранить его в горизонтальном положении. Тут у меня была технология хранения нарушена. Но, тем не менее, с 98-го года, это сколько? 17-19 лет вину. Я однажды хранил в 20-литровом бутыле 5 лет вино. С винограда сорта Кудерка. Вот так его туда затащил, а потом то болел, то еще что-то, как-то оно там у меня. Причем я его туда затащил, стояла перчатка, она еще была, так сказать, брожение еще шло. Потом эта перчатка упала, я ничего абсолютно не делал, 5 лет простояла, тоже неплохое было вино. Но мы ее побоялись пить, перегнали на чачу. Хотя теперь понимаю, что зря. Надо было, конечно, не переводить. Ну, еще такой момент могу сказать по поводу винограда для вина. Вот. И там был вот совсем недавно вопрос, как нагрузка винограда влияет на качество вина или нет. Ну, конечно, влияет. Вот, если виноград перегруженный, и вообще-то для производства марочных вин виноград выращивают специально. Там нагрузка меньше, чем на куст, чем для винограда, который выращивается для ординарных вин. Это разные два таких винограда, хотя сорт может быть один и тот же. В одном случае нужен вал вина для производства того же спирта виноградного, коньяков. А в другом случае нужно очень вкусное, хорошее вино. Поэтому, если вы планируете вино именно делать хорошего качества, то ваши кусты винограда не перегружайте. Лучше чуть-чуть не догрузить. Тогда и вино будет лучше. Хотя домашнее вино, как утверждают специалисты, вот, старые виноделы, на 70% зависит от самого винодела. То, как он будет это делать. Вот. Ну и не рекомендую я, конечно, заниматься использованием всяких консервантов и так далее. Ну вот на этом все. Спасибо всем за внимание. И до встречи в следующих видео про виноград, сад и дачу. До свидания.